Этот размеренный стук метронома синхронизировался с ударами сердца каждого находившегося на площади Свободы и напоминал о том, что Брест помнит и чтит своих героев. 28 июля 1944 года – день, когда советские войска после более чем 3 лет оккупации освободили Брест от немецко-фашистских захватчиков. День, который безгранично дорог каждому, кому не безразлична судьба города над Бугом. Возложить цветы и почтить память павших героев на площади Свободы собрались представители всех городских структур, руководители многих организаций, дипломаты, ветераны и молодежь. Для всех них этот день является намногим больше, чем просто дата в календаре. Здесь и старый, и млад, все без исключения понимают, какой ценой досталась свобода белорусам. Ведь заветное освобождение солдаты советской армии шаг за шагом буквально вырывали из лап противника. Мой прадед Осадчий Федор Андреевич, он был командиром отряда Красной армии «За Родину». Он достоин орденом Красной Звезды, вот, поэтому в том числе я прихожу сюда, чтобы почтить его память и сказать ему спасибо за наше мирное небо над головой. Я уже не первый раз принимаю участие в данных возложениях, в митингах. В первую очередь это происходит по зову сердца, так сказать, потому что в каждой семье есть ветераны, те люди, которые воевали, и тем самым я прихожу сюда, чтобы почтить память, в том числе и моих родственников, моей семьи. И таких, кто пришел в своем безмолвном молчании мысленно выразить слова благодарности погибшим воинам, много. В честь каждого героя у подножия обелиска освобождения возлагаются цветы. Ведь без их ратного подвига в далеком 1944-м невозможно было бы сейчас представить наш красивый и развивающийся город. 28 июля навсегда, на второе тысячелетие, на третье тысячелетие, будет той исторической датой, которая прочно вошла в историю нашего города. Потому что благодаря этому событию, которое прошло 77 лет назад, мы имеем 77 лет устойчивого развития нашего города, города Бреста. Поэтому сегодня, несмотря на те вызовы, которые есть вокруг нас, прежде всего, конечно, пандемические, мы не могли не провести мероприятие, посвященное именно Дню освобождения. День города отложим пока на сентябрь, дай бог там ситуация улучшится, но мероприятие, посвященное Дню освобождения, проходит широко и массово в нашем городе. Я хочу сказать всем брестчанам спасибо, спасибо за то, что своим трудом, активной гражданской жизненной позицией двигает город вперед. По итогам полугодия мы практически перевыполнили все прогнозные задания социально-экономического развития и являемся реальным драйвером экономики всей Брещины, всей Брестской области. Всех с праздником, оптимизма, здоровья. Город Брест всегда будет оставаться символом патриотизма, символом воинской славы и символом и примером развития Республики Беларусь. Эта дата для всех нас является символом отваги и мужества, славы и гордости, единства и сплоченности народа. Представители Ленинской районной организации города Республиканского общественного объединения «Беларусь» вместе со всеми почтили память воинов-освободителей. 28 июля – это знаменательный день в истории, вошедший в историю нашего города, как некая благодарность подвигу воинам-освободителям, которые ценою своих жизней позволили, совершили подвиги, позволили жить, мирно жить и работать следующим поколением, то бишь нам. В этот день у подножия памятника воинов-освободителей возлагаются цветы, чтобы поблагодарить всех тех, кто бесстрашно отстоял наше право на жизнь. Но на этом праздничное мероприятие, посвященное Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, не заканчиваются. Они продолжаются в сердце областного центра, в мемориальном комплексе «Брестская крепость Герой». Сегодня на этой священной земле собралось большое количество людей. Все они пришли в Брестскую крепость, чтобы поблагодарить предков за мирное небо над головой, возложить цветы к вечному огню и отдать дань памяти и уважения погибшим в этой страшной и кровопролитной войне. Сегодня каждый из нас понимает, что подвиг советских солдат легендарный и является значимой главой в исторической летописи Великой Отечественной войны. Об этом нельзя забывать и никто не забудет, ведь уже 77 лет подряд Беларусь, город Брест, празднует свое освобождение, свою независимость.